Тишину в зале прерывает громкий возглас. Это не крик помощи или страдание от боли, это эмоции. Так фехтовальщики реагируют на заработанный балл. На всероссийском турнире памяти заслуженного тренера России Владимира Феокчистова собрались лучшие спортсмены из Барнаула, Новосибирска, Омска и Санкт-Петербурга. Для алтайского фехтования это день особенно значим. Ровно 60 лет назад свою первую тренировку провел основатель фехтования в Алтайском крае Владимир Феокчистов. Эта тренировка была в коридоре политехнического института. Вот так начинался тернистый путь алтайского фехтования. То есть, и, ну, к сожалению, возраст уже людей с первого набора осталось по пальцам пересчитать, но тем не менее они есть. Один из них даже до сих пор занимается активно тренерской деятельностью. Сейчас у фехтовальщиков есть большие залы для тренировок и возможность довольно-таки часто выезжать в другие регионы. Так, например, одна из команд-участниц приехала в Барнаул прямиком из Индии. Ребята при подготовке к этому турниру проходили сборы в Новосибирске, что дало свои плоды. Первая медаль – бронзовая, но все же награда. Предсезонная работа еще в Индии началась. Много работали. Целенаправленный сбор был 15 дней в Новосибирске. Готовились специализированно к этому турниру. Моя цель, мечта была здесь завоевать медаль. Тем самым мечта сбылась. Я очень этому счастлив. Если гости из Индии отправятся домой и будут готовиться к своим внутренним турнирам, то российские фехтовальщики отправятся на сборы. После этого турнира начнется подготовка к Кубку России. Он состоится в декабре в Сочи. Туда приедут лучшие спортсмены со всех уголков страны. И хочется верить, что алтайские ребята составят мощную конкуренцию ведущим фехтовальщикам России. Дмитрий Дроздов, Владислав Ковалев. День с толком.